последнее время интерес к криптовалютам растет во всем мире. В России объем покупки биткоина растет с каждым месяцем. Я также активно двигаюсь в направлении криптовалют, и поэтому компания AdTrade привлекла мое внимание. В конце обзора я вам сделаю интересное предложение по партнерскому статусу в компании. Вы получите возможность получить высокий партнерский статус при минимальных условиях. Компания объявила промоушен для России, и об этом в конце ролика. Всех, кто умеет приглашать, ждет сюрприз. Компания зарегистрирована в Гонконге. Для удобства вы можете познакомиться с документами на сайте компании. Здесь можно перейти на информационный реестр CR и дальше посмотреть на документы, предоставленные на сайте AdTrade. В России особо документам не доверяют, но тем не менее я считаю, что это не будет лишним. В любом случае, многие начинают собственное расследование в поисках юридических документов. Документы есть на сайте, и это нас избавляет от лишней траты времени. Вы самостоятельно можете тщательно изучить документы. По легенде, компания была основана в 2015 году и на сегодняшний день занимается торговлей криптовалютами биткоин и этериум. В народе этериум называют еще эфиром. Кстати, инвестировать в эфир, на мой взгляд, достаточно перспективно. Эта монета выросла уже в 43 раза, и кто-то уже на этом неплохо заработал. Теперь и у нас есть такая возможность. Торговля идет по валютным парам Ethereum Bitcoin и Ethereum Dollar. На сегодняшний день это две самые перспективные криптовалюты. Давайте перейдем с вами на сайт CoinMarket. Данный сайт мониторит все существующие криптовалюты в мире. Капитализация биткоина на сегодняшний день составляет более 10 миллиардов долларов. Капитализация этериума составляет более 1,6 миллиарда долларов. Как вы видите, эти две криптомонеты занимают две высшие строчки в рейтинге всех монет. Сайт AdTrade начал свою работу в апреле месяце 2016 года. Информация на форумах появилась в конце мая 2016 года. Изначально в браузерах была исключена возможность работы с русским языком, и инвестировать в компанию изначально могли коллеги из Азии, а затем подключились европейские страны. На первом этапе руководство компании не стремилось развивать русскоговорящий рынок, но тем не менее русские инвесторы уже в июле делали свои первые инвестиции. И 29 сентября 2016 года сайт был переведен на русский язык. На сегодняшний день компания работает в Англии, Испании, Франции, Индонезии, Германии, Турции, Китае, Словении, России, Вьетнаме, Португалии, Чехословакии и Италии. Компания обслуживает около 24 тысяч клиентов по всему миру. Прибыль компании за 12 месяцев составила около 2 миллионов долларов. Перейдем в аккаунт и познакомимся с личным кабинетом. Я не буду подробно углубляться в обзор кабинета. Интерфейс сайта достаточно информативный и удобный. В первом блоке находится номер вашего логина и указан ваш партнерский статус, сумма инвестиций и бонусов, количество партнеров, а также ваши инвестиции непосредственно в валюте биткоин, этериум или долларах и ваша реферальная ссылка. Также в этом блоке вы сможете перейти в свой личный профиль, кликнув на кнопку «Настройки» для того, чтобы заполнить все данные вашего профиля. Второй блок – калькулятор доходности. Вы сможете выбрать сумму будущих инвестиций в любой из трех валют и посмотреть примерный доход с учетом автореинвеста или без учета. Заявленная компанией доходность ваших портфелей или по-другому депозитов составляет от 15 до 25%. Последние два месяца доходность достигала более 30%. Третий блок позволяет нам завести средства, сформировать инвестиционные портфели с помощью кнопки «Инвестировать» и «Вывести средства». Мы можем создавать необходимое количество инвестиционных портфелей в любой из трех валют – биткоин, эфириум, доллары. И в четвертом блоке мы видим все созданные нами портфели, которые мы открывали. Каждому портфелю присваивается свой номер. Кликнув на кнопку «Все портфели», мы сможем индивидуально настроить каждый портфель, подключить, отключить реинвест, либо закрыть портфель. Дизайн сайта приятно удивляет.
нейтральная цветовая гамма, уникальный контент и многое другое исполнено на высшем уровне. Управление в шапке сайта позволяет познакомиться со всеми возможностями компании. Это верхний блок о нас, инвесторам, обучение, статистика, партнерам, новости, контакты. И нижний блок – это управление аккаунтом. Аккаунт, портфели, партнерам, история. Раздел «Аккаунт» и «Портфели» мы разобрали. Перейдем в раздел «Партнерам». Здесь также есть ссылка для приглашений. Показан ваш статус в компании, об этом чуть позже, и есть ссылка на персональный лендинг. Сейчас у вас есть возможность использовать этот лендинг на англоговорящие страны. Компания перевела сайт на русский язык 29 сентября 2016 года, и в скором времени будет добавлен лендинг на русском языке. Ниже размещена полная статистика по количеству партнеров до 5 уровня. Количество заработанных бонусов, бонусы это те же самые доллары, статистика перехода по вашей реферальной ссылке и количество зарегистрированных партнеров за текущие сутки. Ниже также вы сможете посмотреть всех партнеров своей команды. Кликнем на галочку «Партнеры первого уровня», развернем партнеров «Показать больше». И здесь вы можете видеть статистику работы по каждому партнеру. Допустим, партнер под логином 050017 инвестировал $20. Пригласил одного партнера, который проинвестировал $10. И также вы видите количество своего реферального вознаграждения. Кликнув на конвертик, вы сможете скопировать адрес электронной почты вашего партнера и впоследствии связаться с ним. Некоторые партнеры, как, например, логин 620023, указал аккаунты социальных сетей Facebook и Twitter, и вы сможете найти его там. На сайте вы сможете скачать рекламные материалы и информативную презентацию в PDF-формате и разместить на своем блоге качественно все необходимые материалы, предоставленные компанией для активной работы по построению партнерской сети. Вот так выглядит презентация, которую вы сможете скачать и показать своим будущим партнерам. Также вы сможете скачать инструкцию по регистрации в компанию и инструкцию по открытию биткоин и этериум кошельков и скачать различные брендовые материалы. В разделе «Статистика» вы можете посмотреть статистику по торгам за неделю и даже за день. Примерно в месяц инвестор получает около 30% прибыли. В неделю от 7 до 8%. Кликните на интересующий вас блок, и вы получите подробный отчет о неделе торгов на платформе Ethereum. Раздел «Новости» информирует нас не просто текстовыми сообщениями, а новостными, красиво оформленными блоками. Можно развернуть блок и посмотреть материал. Правда, пока это на английском языке, но с помощью Translate вы можете перевести информацию, размещенную в блоке. В разделе «Контакты» вы сможете получить всю необходимую информацию и получить ответы на свои вопросы. Вы сможете сами поизучать сайт в свободное время, регистрируйтесь и знакомьтесь самостоятельно с интерфейсом сайта. Регистрация бесплатная. В самом начале записи данного видео я вам пообещал рассказать о статусе, который позволит очень много зарабатывать тем, кто умеет приглашать партнеров и строить сети. Переходим в раздел «Партнерам». Сразу после регистрации вы получаете статус «Фронтер», который позволяет вам приглашать новых партнеров в проект без открытия депозита. Вы уже сможете зарабатывать, приглашать новых инвесторов в проект, используя рекламные материалы на сайте. Данный статус позволяет вам получать вознаграждение с трех линий от вклада вашего партнера – 3, 2 и 1% по линиям. И самое привлекательное на платформе – это постоянный пассивный доход, который позволяет вам получать ежедневные начисления от прибыли вкладов, полученной вашими приглашенными инвесторами. Минимальный депозит на платформу составляет $10. Вывод также от $10 хоть каждый день в той валюте, в которой вы заводили средства. Давайте разберем с вами статус «Метрополис». Посмотрите преимущества этого статуса от двух предыдущих. Первое – это 5 линий. Второе – значительно повышение процентов от вклада. 10% с первой линии, 3% со второй и по 1% с остальных трех линий. И также пассивный доход от прибыли ваших инвесторов повышен до 7% первая линия,
по 3% со второй и третьей линии и по 1% с четвертой и пятой линии. Согласитесь, весомый аргумент в пользу данного статуса. Есть три варианта получения данного статуса. Первый вариант – оборот вашей структуры должен быть от 30 тысяч долларов. Второй вариант – вы можете сами открыть депозит на 3 тысячи долларов. И третий, самый удобный и простой вариант, о котором я говорил в начале видео, это промоушен от компании для России. Обратитесь ко мне лично или к человеку, который вам предоставил к просмотру данное видео, и я отправлю заявку в компанию на получение данного статуса. После подачи заявки вам необходимо будет выполнить некоторые условия. Вместо 3000 долларов вам необходимо сделать личный вклад на 100 долларов. Пригласить в первую линию 5 человек. Во второй линии у вас должно быть минимум 10 партнеров, и эти партнеры должны быть активными, то есть у них должны быть депозиты от 10 долларов. И последнее условие – общий оборот вашей структуры должен быть всего 1000 долларов вместо 30 тысяч заявленных по этому статусу. Выполнив эти условия, вам присваивается статус Метрополис постоянно. Не тяните, приступайте. Обратитесь ко мне, и мы отправим заявку в компанию вместе с вами. Сроки промоушена ограничены по времени, поэтому действуйте. Компания имеет свой обменник, который позволяет обменивать валюты сразу напрямую на счет своего аккаунта. Компания имеет свой корпоративный стиль и свои брендовые товары. Администрация компании помогает открыть офис в вашей стране и выделяет небольшую сумму денег для этой цели. В первый месяц 500 долларов и в последующие месяцы по 300 долларов. В этом случае у вас должен быть статус Метрополис и оборот структуры должен составлять не менее 30 тысяч долларов. Инвесторы получают призы при достижении определенных результатов. Условия вполне реальны. Это футболки, шестые айфоны, макбуки. Или по желанию выигравший может получить приз в денежном эквиваленте. На вебинарах разыгрываются 20 долларов среди участников вебинара. Наша команда предлагает собственную пошаговую систему обучения, которая позволит вам достичь невероятных результатов за короткий срок. Поэтому очень внимательно отнеситесь к выбору команды и тщательно выбирайте себе наставника. В разделе «Отзывы» есть огромное количество видеоотзывов. Вы можете также разместить свой видеоотзыв. Давайте перейдем на сайт YouTube и впишем в поисковую строку YouTube слово «Etrade отзывы». Здесь есть огромное количество отзывов от инвесторов разных стран мира, которые размещены уже более 3-5 месяцев назад. Скоро появятся отзывы и инструкции, и видеоролики по поводу вывода из системы денег и на русском языке. Будьте аккуратны при размещении инвестиций в интернете. Соблюдайте правила инвестирования. Желаю вам и вашим близким прибыльных инвестиций.